досконально разбираем технику. Плода такие вот наклоны, где недоступно каждый раз. Где-то визуально можно сделать так, а то придется разбирать ее. И можно сказать, по часточках все разбираться и оценивать. Где-то уже протерло, 10 лет комбайну. Где-то подносилось, будем подварывать, менять подшипники. Вот все делаем, можно подойти, посмотреть. Работать на комбайне, говорит Иван Пашкевич, одно удовольствие. Правда, если подходить к вопросу с головой, быть аккуратным на поле и скрупулезным при подготовке техники. Механизатором Иван Михайлович трудится без малого 4 десятка лет. Мужчина признается, работа ему по душе. Частичку этой души Иван Михайлович вкладывает во все, что делает. Уборочную страду и вовсе считает временем особенным и ждет ее с нетерпением. Уборочная – это как приходит уборочная, как это как птицы улетают у вырой. Вот так и меня приходит это время, и уже тянет на эту комбайн, же давай что-то делать, что-то смотреть. И, ну, уборочная уже такая, как только венец всему, всей работы нашей. Я тоже на трактору, мы трактору и пашу, и сею, можно сказать, и делаю венец этой уборки. Работа на полях уже идет. Не за горами сбор зерновых и рапса. Поэтому сегодня на машинном дворе, как и в целом, в Остромечево один из самых напряженных периодов в году. Вся техника должна быть готова к трудовой проверке на прочность. Ремонт начался уже, можно сказать, с прошлого года. Составляли дефектовочные ведомости. Вот, все проверялось, все дефектовалось. Вот, а сейчас уже идет сам процесс пищи, запчасти. Людей, которые не заняты в полевых работах, привлекаем для ремонта. Вот. Ну, ремонт идет вроде бы успешно, запчасти закуплены. Вот. Нам осталась какая-то неделька, и мы будем готовы к уборке или зерновых, или рапса. Это уже определяет агрономы. Одна из важных сельхозработ сегодня – заготовка кормов, которые затем помогают хозяйству выращивать настоящих быков-великанов. Остромечево закупает телят по всей области, а затем выращивает и откармливает на специальном комплексе. В настоящее время здесь содержится порядка 8,5 тысяч голов. В этом здании содержится 600 голов. 4 кормушки по 150 голов в каждой. Завозятся сюда они примерным весом 250 килограмм и сдаются уже на мясокомбинат после доращивания от корма где-то 560, ну разный вес, 560, последний 579 килограмм, ну вот сдали на мясокомбинат. Одним словом, жизнь на предприятии бьет ключом, что неудивительно, кому как не специалистам-аграриям знать о важности настоящей поры, понимать саму суть крылатого выражения «летний день год кормит». Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».